Мы едем в самое крутое место заниматься йогой. Thank you, you too. That's good. Жизнь прекрасна. И она прекрасна сама по себе, просто так. Но она становится гораздо лучше, если ты делишь ее с замечательными людьми. Сегодня 19 марта 2016 года, и это значит, что ровно 2 года назад, в этот день, я разделил свою жизнь с замечательным человеком, который зовут Даша. Именно поэтому сегодня у нас есть повод праздновать. Им круче всего. Это пляж города Dana Point. Я особенно ничего не знаю про этот город, если вы хотите что-то узнать, загуглите. Но что я знаю, это то, что здесь люди начинают учиться серфингу, поскольку волны здесь попроще, чем в Сан-Клементе. Хочется поиграть в волейбол. Ты видишь, как они это делают? Как они это делают? Очень хорошо. А мы с Камерцом разорвем. Мне пора показать этим ребятам, как играть в мяч. So, to pedal backwards to stop, pedal forwards to go, right? Okay. Please stay out of the sand, the grass. Это было весело. Даша Рязанова, это было весело. По-моему, так гораздо праздничнее. Пока ждешь Uber, можно и повеселиться немножко, правда? It's our anniversary today. Oh, very nice. Yes. Congratulations. Thank you. How long have you been married? 2 years. Oh, 2 years. Very good. Thank you.
go. Okay, thank you so much, you sir. Have a great time. Yeah. You too. Bye. Мы находимся в отеле, который называется Ритц-Карлтон. Мы думали, что мы сможем сесть в месте, которое вот вы только что видели. Но, как оказалось, мы немножко не рассчитали то, что сегодня суббота и слишком много людей. Вот, ну ничего, у нас еще есть одно место забронированное, когда мы приедем. Вот, но здесь невероятно красиво даже просто так протусоваться. Okay, man, that was really nice to meet you. Congratulations on your anniversary. Say hi to Ukraine. What's up, Ukraine? We love you guys. Coming here from a beautiful sunset in California. And it's the anniversary. Yeah, and he just killed me in a dance battle. Мы продолжаем наслаждаться нашим вечером. Сегодня замечательнейший день. Замечательнейший день. Замечательнейший день. Ну, вот мы в этом месте, которое называется Мозамбик. Oh. Ну что, меня дёрнулось. Вот здесь довольно-таки круто. И просто невероятный вью. Вот просто зацените это. Это был великолепный день. Мы едем домой.